Друзья, всем большой привет! Компания Jaguar готовится к электрическому будущему. А это означает, что их модельный ряд в скором времени изменится кардинальным образом. В данный момент производитель прощается со своим популярным кроссовером F-Pace, который стал одной из самых успешных моделей за всю историю бренда. С момента запуска было построено 328 тысяч экземпляров. Однако конец его истории наступил, и в честь этого события производитель решил представить две специальные версии – F-Pace 90 Anniversary Edition и SVR 575 Edition. Если говорить о первой версии, то такой вариант отличается юбилейными шилдиками, пакетом внешней отделки Air Dynamic и расширенным списком стандартного оснащения. Также стоит добавить, что такая версия может быть оснащена различными двигателями, включая даже 4- и 6-цилиндровые дизели и подключаемый гибридный вариант с запасом хода до 64 км. Переходя к модификации SVR 575 Edition, стоит отметить, что в самой компании его называют самым мощным F-Pace в истории. Под капотом там лежит модернизированный 5-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 575 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента, а это на 25 лошадиных сил больше, чем у стандартной модели. Благодаря таким доработкам кроссовер теперь может разогнаться до первой сотни, всего за 4 секунды. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, всем пока!